Итак, партия профессионалов. Смотрим. Пешка вправо, конь вперед, конь вперед, пушка становится напротив короля. Кэнон, пушка напротив короля, конь вперед, слон вперед, пешка, конь вперед. Ладья идет сюда, чтобы вот по этой линии внедриться в стан белых, в стан красных. Возможные варианты. Значит, вот скажу, вот сюда пошла. Нападение будет на эту пешку. Слон встанет со временем вот сюда. И будет два боя на это поле. Значит, так вот пошел сюда, пошел сюда, пошел сюда. На размен. На размен ладья. Так и происходит. Ладья идет вперед. Пешка вперед препятствует на движение ладьи вот на это место. Потому что ладья пойдет сюда, пешка пойдет сюда, а ладья уже идет вот сюда. Ну, это после того, как король считаемый будет закрыт. Так, смотри дальше. Ладья выходит вперед. Тоже освобождается выход ладьи. Вводится слон. И пешка напала на слона. Ну, тут вот немножко не точно. Слон не вот сюда идет, а вот разрывается вот сюда. Затыкает ладьи. Теперь, значит, происходит. Слон бьет пешку. Пешка бьет слона. Конь вырывается вперед. Ладья становится вот сюда. Уходит в защиту. Щит. Вот сюда пешка. Угу. Ладья. Ставится под размен. Пешка нападает на ладью. Получаем вот такую позицию. Ладья бьет ладью. Щит бьет ладью.
Ладья отходит назад. Замыкаются щиты. И синий перебрасывает ладью на левый фланг. И начинают атаку. Конь, слон блокирует коня. Теперь может пробить. И пушка. Так. Идет сюда и нападает на слона. Вот такие следующие пробои. Так. И пешка вперед. Так. Вперед хороший ход, но ладья под боем. Ладья под боем. Пешка вправо. Так. Пушка отпрыгивает с нападением, опять же, на ладью. Ладья сюда. Пушка шах. Шах королю, шах императору. Щит. Отходит. И вот здесь шедевральный ход, очень необычный. Ну, после размена, конечно, значит, конь бьет коня, пешка бьет коня. И пушка бьет щита. Сносит щита. Король бьет пушку. Так, пешка идет вперед. Пешка бьет пешку. Пешка бьет коня. Слон бьет пешку. Так, слон какой?
слон 13. Так, слон, вот этот слон бьет пешку. Пешка. Бьет пешку. И вот здесь обалденный ход. Слон идет сюда. И шах. И нападение и на шах короля, на короля, и нападение на пушку. И вот только теперь вот эта жертва, пушку за щита, она корректная. Итак, слон. Шах королю. Шах. И выбирается пушка. Закрылся от шаха пешкой, и слон бьет пушку. Пушка бьет слона. И пешка набегает вперед. Это шах, закрылся щитом. Так, здесь немножко нарушили очередность ходов. Значит, ладья идет, нападает сюда, создает угрозу взятия шахом этой пушки. Король идет сюда. Это единственная защита. После этого конь ходит. Да, и конь отходит, и пешка только, щит только идет сюда. Да, вот этот ход мы уже пропустили. Так. 25-26. Так, 61-61. Так, сюда. И получаем вот такую позицию. Конь закрывает проход ладьи сюда. Так. Пешка. Вперед. Потому что он бы ее просто взял бы. Так. Ладья идет сюда. Пешка. Пешка ходит сюда. И ладья бьет.